Совет ветеранов Северсторга, пожалуй, одна из самых больших ветеранских организаций Полевского. Сегодня она насчитывает порядка 280 ветеранов. Все они – бывшие работники общепита и торговли. Бессменным лидером вот уже на протяжении многих лет является Тамара Ивановна Харина. И сегодня она в очередной раз пригласила своих бывших коллег на встречу, посвященную Международному женскому дню. В этом году мы решили вот представить кулинарное мастерство ветеранов и посвятили эту выставку нашему директору Дурандиной Людмиле Васильевне, которая огромное внимание уделяла ветеранскому движению, всегда нас поддерживала материально, морально, очень любила наши праздники, всегда присутствовала, всегда нас поздравляла, даже в таком, на всех конкурсах. Вот был у нас конкурс «А ну-ка, бабушки», так она прямо там цвела и молодела с нами, скажем так. Бабушкин пирог, винегрет особый, салат «Морская прогулка», а также хворост и печенье. Сегодняшняя выставка богата не только на мучные и кондитерские изделия. Среди многообразия блюд есть и маринованные огурчики, и даже цветы из овощей. А вот и автор – Людмила Дмитриевна Фурманова. Всю сознательную жизнь она отдала общепиту. Начинала поваром, затем работала кондитером. Ну а последние 30 лет до самого выхода на пенсию возглавляла кулинарный магазин номер один. Вот розы из редьки, розы из свеклы, флоксы из моркови. В общем-то, потому что чувствовала, что все остальное будут готовить другие. Нас ведь много. Эти цветы не часто зимой в основном, потому что живых мало, и поэтому. Ну а летом, конечно же, я цветовод, люблю цветы, а не цветы, как люди, на добро щедры. И щедрая нежность людям отдавая, они цветут, сердца отогревая, как маленькие яркие костры. Валентина Николаевна Попова тоже бессменный участник всех ветеранских посиделок. И уж сегодняшний день бывшая заведующая кондитерским цехом пропустить, ну, никак не могла. И на праздник Валентина Николаевна тоже пришла не с пустыми руками. Принесла свое фирменное печенье-лакомка и даже раскрыла секрет его приготовления. Значит, берется яйцо, сахар, соль. Все взбивается, потом маргарин, холодный только туда. И потом мешочек кондитерский, и отжимается на листочек, листок смазываем, и потом уже в печку садим. 200 градусов температура. И все, 20 минут, 30 печенье готово. Очень нравится. И настроение всегда хорошее, и поднимается вообще. Очень общество нравится, общение вообще. Очень-очень нравится. Но только дегустации блюд ветераны не ограничились. Праздничная программа была достаточно насыщенной. Загадки и стихи, а также конкурсы. Таким образом, женщины решили разнообразить свой досуг накануне женского дня. Не забыли сегодня поздравить ветерана и своего председателя. Женщине этой все удается. Женщина этой Тамарой зовется. Сердце у Тамары нежно и страстно. Женщине этой много подвластно. Перед Тамарой все безоружны. Это улыбка, все, что нам нужно. Нашу Тамару мы поздравляем, пьем за нее и счастья желаем. Женщине этой мудрость и сила, женское счастье она заслужила. У этих мастериц не могло быть и другого праздника. Там, где эти добрые и милые мамы и бабушки, там всегда праздник с пирогами, стихами и песнями. Татьяна Усынина, Евгений Просиков, новости нашего города.